Монета 1 копейка 1997 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 1. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Копейка». Слева внизу и справа растительный орнамент, представленный в виде двух переплетающихся ветвей с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканено рельефное изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Фигура святого символизирует победу русского народа над злом, а также является элементом герба Москвы. Под геральдически левым передним копытом коня, то есть правым со стороны наблюдателя, отчеканена мелкая буква «М» – знак Московского монетного двора. В нижней части поля монеты полукругом вдоль канта обозначен год чеканки, дата 1997. Слева и справа выпуклыми буквами надпись, обозначающая эмитента – Банк России. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты гладкий. На нем частично просматривается стальная основа. Вообще стальная основа – это слабое место этой монеты. В первую очередь монета начинает ржаветь во влажной среде именно с гурта. Ржавые монеты ценности не имеют. Изготовлена монета из стали, блокированной мельхиором. Магнитными свойствами обладает, то есть липнет к магниту. Вес монеты 1,5 грамма. Диаметр 15,5 мм, толщина 1,25 мм. Чеканили монету на Московском монетном дворе. Тираж неизвестен. Цены на монету от рубля за состояние Very Fine – это небольшой износ без загрязнений и значительного налета. До 10 рублей за состояние X-Fine. Это почти без следов обращения, четкий рельеф. За состояние Uncirculated просят 30 рублей.